Какие вакцины доступны жителям Чувашии? Чем они отличаются? Где сделать прививку? Как к ней подготовиться? Эти и другие вопросы обсудили в ходе очередного прямого эфира в одной из соцсетей. Эксперт по теме – заведующий Центром семейной вакцинации Нина Рассказова. Сейчас существует три типа вакцины – «Спутник Ви», «Эпивак Корона» и «Ковивак». Сегодня одним компонентом привито более 130 тысяч человек, и более 105 тысяч закончили вакцинацию. План выполнен на 22%. Есть очень такой хороший показатель, что среди вакцинирующихся граждан в возрасте 60 лет и старше составляет 67,5 тысяч человек. Это очень важно, потому что если задача стоит такая, что в нашей республике нужно охватить жителей старше 18 лет, это до 60%, то такую вот возрастную категорию, как 60 и старше, нам нужно охватить до 90%. Категория лиц 60 лет и старше находится в особой группе риска. К этому возрасту у многих появляются или обостряются хронические заболевания. Но в случае сильного ухудшения состояния по поводу вакцинации лучше проконсультироваться со специалистом. Один из вопросов касался альтернативных способов вакцинации. Ни для кого не секрет, что есть люди, которые боятся уколов. Они ждут иные типы вакцины. Дело в том, что на сегодня пока ее нет, такой вакцины. И напомню, что времени у нас тоже нет, чтобы ее ждать. Поэтому нужно вот привиться сегодня, сейчас, здесь, в данный момент. Напомним, записаться на вакцинацию просто. Это можно сделать на приеме у врача, позвонив в регистратуру поликлиники, из личного кабинета госуслуг, а также по номеру 122. Ульяна Пятакова, Алина Сусметова, Александр Атиков, Республика.